Иду, 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 иду. О, Боже. С днем рождения тебя! Спасибо. Я рада быть с тобой. Тебе. Знаешь, желтый цвет — цвет не разлуки, а цвет дружбы. Так что я хочу с тобой дружить вечно. С днем рождения, дорогая. Спасибо. Как я люблю, возьми тебя. Блин, как ты думаешь, я что, могла просто так доехать, что ли, нет? Что случилось? Короче, я подзадолбалась. Я приехала, вышла из метро, думаю, я не пойду по такой погоде. Ага. Вот. Думаю, пойду, подожду автобус. Стою, жду его, думаю, все, он не приедет. Пошла обратно, думаю, все, хрен с ним. Я думаю, ну хоть мой день рождения может мне повезти хоть один раз в жизни. И, короче, он едет. Ну, поздравляю. Я думаю, все, сейчас. Потом я приехала, иду к тебе домой, подхожу к дому. Мужик какой-то говорит, ой, дождь! Он вот так вот заорал, я, короче, поворачиваюсь. Он такой, девушка, а вы не боитесь промокнуть? Я говорю, нет. Он такой, вы такая красивая, а у вас такие волосы, как он сказал, пышные. А я там уже лысенький, старенький. Короче, он мне открыл дверь, проехался со мной в лифте. Еще что-то там болтал. И сказал, всего как доброго, ним... красавица. Как ты с ним поехал? Он же мог оказаться маньяком. Ты не маньяк. Я бы не поехала. Я с папой разговаривала. Ну ладно, заходи. Да, спасибо. Ты в джинсах, ты хоть взяла что-то переодеться? Конечно, я взяла. Молодец. Знаешь, я бы и в джинсах поехала. Нет, я понимаю джинсы, но ты знаешь, что у тебя Маша, и я буду в два раза наряднее тебе, чем ты. Сейчас мы будем Ксюху преображение делать. Она пришла ко мне утром крутиться и краситься. Потому что я местный визажист. Человек в июне ходит в свитере. Офигенно. Я говорю, нет, папа, это не мой друг. Ксюш. А? Что? О, Боже! Я слепая! Ну, отлично, класс. Я не знаю, с чего мне начать. Нет, бери с большого. О, с большого. Нет, нет, давай с большого. Ну, с какого? Давай с большого. Бери и садись на пол там, вот, да, чтобы я сняла. Или, нет, нет, на диван. Блин. Ну, я не могу, это такая кинда. Никогда не было таких подарков, но появилась Нормина и появились такие подарки. Да, я даже не хочу. Дорви, господи. Нормина, вот так красиво упакована. Ты не знаешь, как Нормина красиво упаковывает. Нормина. Господи. Нравится? Это очень красиво. Это очень красиво. Это очень красиво. Все, давай к следующему. Ах, не знаю. Где ты это берешь? Такие вещи. Давай, иди бери следующий. Охренеть. Давай с этого раза с маленького. Давай. Садись, иди сядь. Special for you. Заказ с Алматы. Нормина! Они такие охрененные. Иди бери следующий. Ну ты прям все! Ты запоминаешь все, что я говорю! Да, я все помню. Знаешь, я только что вспомнила, что ты не сфоткала. Что не сфоткала? Все! На Инстаграма! Ну да. Это ты тупанула. Я очень тупанула. Еле-еле нашла коробку, но нашла. Ах, нет. Она просто так на тебя похожа. И я решила тебе ее подарить. Охренеть. Рамин, где ты нашла лису? Ну вот, нашла. Алмата Forever. Я не понимаю, где ты нашла лису? Она такая охрененная. Ну скажи, на тебя похожа. Она реально на меня похожа. Вот я думаю, просто я посмотрела на тебя, думаю, это прям Ксюха. Я думаю, все, надо Ксюхе брать. Еще она в свитере, как ты, вечно ходит. Причем вечно, только это холодно. Боже. Все, иди бери сам. Слушай, давай, можно я сфоткаю хотя бы вот то? Не сфоткай. Потому что я тупая. Ну хотя бы. Пусть будет хотя бы один. Хотя бы один.
О, у меня платье здесь гладится, но я не знаю, надену я его или нет, потому что сейчас там холодно, 11 градусов, оно летненькое. Такая зелененькая ленточка, моя любимая. Моя любимая зелененькая ленточка. Вытаскивай просто аккуратно. А как это делать? Ну, наверное, вот так вот сделай, и в бок начинаю вот так вытаскивать, только аккуратненько. Аккуратней. Вот-вот. Это самый главный подарок. Ну вот. Это он нашел. Алмата, алмата. Полчего да, назад забрали твои подарки. Хотя я могла взять свою надежду. Одежду. Ну, думаю, ладно. Просто сейчас вообще. Спасибо тебе огромное. Я не могу. Это господи. Ну вот. Это просто. Это офигенно. Это, блин, я даже не знаю. Просто Ксюша очень любит кино и театр. Из-за этого я ей подарила вот такую штучку. Я не знаю, как где ты это нашла? Аккуратно, сейчас разбьешь колбу. Не разобью. Аккуратней. Так, я пошла утюжок ставить и нагреваться. Я буду сидеть и просто на него посмотреть. Я рада, что тебе понравилось. А мне Наталья нахуй. Ксюха, все-таки привезла это платье. Ты колготки купила? Новое. А, я без колготок пойду, потому что у меня платье не позволит колготки надеть. Ну, будет колхоз какой-то. Так вот, смотрите, какое у нее платье. Она на нем на Нике была. Давай сейчас затяну тебе и могу вам краситься. Затяни. Затяну тебя. Затяну. Посмотрите, какая Ксюха красивая. Мы сейчас стоим и ждем автобуса. Потому что они решили не идти до метро пешком. Там такое офигенное платье. Сними меня в этот дождь! Сними меня! Как я иду в дождь, только не закрой наверху. Она очень смелая. Она просто самый смелый человек, которого я только видела. 10 градусов. Так, пойдем, а то у меня волосы забьются, нафиг отсюда. А у тебя расходится. Мы с Ксюшей опаздываем на нашу встречу в ресторан. Но мы пытаемся. Я ей предлагаю пойти, вот поэтому я всегда хожу вот здесь. Но дева вот эта не хочет в этом платье идти. Я не понимаю, почему. Непонятно. Да, мы с зонтом. Вот. Ты счастлива? Чувствуешь, что это день рождения? Нет. Мой брат и Руста, а моя мама с ним поздравили, да, Ксюше. Учесть тот факт, что они не знакомы лично. Так, через меня. Ну вот. Все, сейчас едем. Блин, этот локон у тебя распался, засранец. Я его столько крутила, почему он выпал? Это жизнь. Пойдем, а? Ну пошли. Пошли, ладно. Все, пойдем. Давай. Я сниму, как ты идешь. Давай. Ты не идиотка, ты шик. Ты шикарная, ты королева Москвы. Хвост свой подними, хвост подними. Хвост подними. Ну свой хвост. Не подняла. Хвост подними, ты его волочишь по ступенькам. Подожди, я тебя подниму. Ну ладно. Подняла весь, все метро, ну ладно. Мы едем. Наша вторая подруга звонит и орет на нас, что она опаздывает. Я ей сказала, не опаздывай. А сами мы опаздываем на 5 минут, но мы сейчас просто реабилитируемся. Мы бежали по метро, бежали как могли. Мы бежали, правда, бежали. Как королевы. Как королевы. Да, даже... Как на показе Кристин Диор. Да. Ксюха, бежим! Ксюха, бежим! Ксюха, бежим, бежим, бежим! Бежали, бежали, бежим, беги, бежим, 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 бежим. Кто? Люди? Люди? А, мама, люди? Бежали, побежали. Я сейчас сумку стою. Бежи! Господи, как ты быстро бежишь! Я даже не пыталась. А? Я даже не пыталась бежать. Ну, ты бежишь довольно быстро. Я тебе хочу сказать. О, вы молодцы. Ну, знаешь, прям вот... День рождения с именинницей бежать, это круто. На самом... Ой, что-то я такая жесткая. Пошли наверх. Нет, ножки покачаем. Нет, я не пойду никуда. Все, мы выходим из метро. Она в ресторане уже, она не говорила? Она уже в ресторане? А это... Она не говорила. Так, мы идем в грузинский ресторан. Джон Джоли. Ну и где он?
Нет, что-то я не ориентируюсь. Окей, окей. Окей. Разве он на чистых прудах был? А, туда. А, все. Все, все. Знаешь, то же самое, что не знаешь, что Лубянка как раз на площадь рядом. То же самое и я. Бывает? Ну, мы, знаешь, так бежали. Так бежали, все Петрова за нас поддерживала. Чтобы мы успели куда хотим. Да, жалко, аплодисментов не было. А так хотелось бы. Мария! Я бы уже наступила. Вы заставили меня снять мои каблуки? Заставили. Это дождь заставил них. Офигеть, ты на каблуках. Я пыталась дойти на каблуках. Пиочки, ты нашла их? Еле-еле нашла, я вообще так... Я сегодня видела пионы, но они не распустившиеся были. Заходим, а то у меня волосы сейчас закудрятся. Знаешь, какая? Неожиданный план, да? Неожиданный план, потому что Маша спалилась 2 дня назад. Она просто гений. Я сама могла, даже сама рисовала звезды. Что-то здесь так жарко, вам не кажется? А? Не кажется. Жарко? Да. Жарко. Мы так бежали с ней. Мы бежали, как Форреста. Я просто стояла, думала... Знаешь, это тебе отомщение за то, что за все дни, которые ты опаздывала. Девочки, я ставлю вот это на заставку, ставлю 18+, и у меня будет много просмотров. Мария! Армин! Что, что-то для меня? Для меня? Да. Ну, как классно! Снимай меня. Так, что же это может быть? Даже не знаю. Что-то легкое, какая-то конфета. Ты посмотрела на меня, как будто я должна была знать. Ты должна знать. Линзы, блин. Спасибо. Я почему-то подумала, что это жвачка, и подумала, зачем ты мне отдали жвачку, потом я подумала. Мы еще не выбрали. Давай, я вам бабушку. Давай. Хроники Нарнии. Специальное издание. Special for you, Ксения. Так, убираем вот эти штучки. Мне нужен этот вид. Все, что ты с нас собираешься кормить? Хороший вопрос, я считаю. Мы есть хотим. И ты тоже. Она мне вчера звонит и рассказывала, какой был вкусный лагман. Мы говорили о ней всякой кухне. Я согласна. У нас была очень красивая картинка с фруктами, но мы ее съели, я забыла вам ее снять. И были более красивые хачапури. Я и кто тебя поздравил? Я не знаю. У меня же Юлия. В один день день рождения Юлия. Вот мой цыпленок. Как? Ксюша, эта штука называется? Кюфтабонбаш. Боже мой, как это вы говорите? А что ты прикрылась-то? А? Ты что прикрылась? Молодец. И вот моя картошечка. Мы уже сейчас десерт приняли. Нам уже скоро идти. Вы еще не знаете, куда нам идти, но мы скоро пойдем. Сейчас 17:28. Тебе нужно ставки Рэйчел? Да. Да, ее не Рэйчел. Шерил. Я обожаю. Она такая офигенная стерва. Вкусно. Сейчас дойдем и побежим по делам нашим. Бесплатные билеты. Бесплатные билеты. Слушай, все, короче, я не могу. Ксюша, ее пригласили в театр. Винишко. Это влог. То, что мы наели на 5-6 тысяч, нам надали... На 6 тысяч. Нам дали бесплатно на 7? На 7. Нам дали... Нам дали бесплатно. Три хрупкие девушки. Хрупкие? Ты приоцениваешь нас, хрупкие. Мы еще титанки. Вот. Сейчас мы идем к нам в институт. В Artplay, короче, едем. Не в институт. Совершенно не в институт. Выставочный комплекс. Мы идем в выставочный комплекс на лекцию про неон. О! Задувает это, однако. Сейчас люди идут все в пуховиках, а я иду в платьице. И вообще, мне так нормуль. Вообще, нормуль, да? Мне вообще нормально. Нормуль. Главное, мне вообще не холодно, мне нормально. Мне главное, чтобы у меня платье не задралось. Я прям задуваю. Нормуль. Что вообще? Спокойно, Сева. Иди, иди со своими пионами. Меня бомбит, понимаешь, льготные билеты. Ее пригласили, и она радовалась, а потом узнали, что это льготный билет. Да, что на нее даже... Парень на нее раскошелился. Она понятно. Подумала, что на нее хоть 300 рублей парень потратил, но нет. Он решил на бесплатный ее спектакль пригласить на льготный. А зачем эти жене? Ну и откажись. Ну да. Вот. Ну все, увидимся.
с вами там. В метро мы уже бежать не будем. У нас 19:30. Уже начало лекций. Но мы перейдем пораньше, чтобы занять первые места. Мы решили не идти до Artplay пешком. Мы решили сесть на автобус, потому что мы не успеем сейчас занять места. Мы купили в фикс-прайсе вот эти штучки, чтобы все знали, что у нас сегодня день рождения. Сейчас ждем автобуса. Автобус приедет, и мы помчимся на лекцию. Мы что-то... Мы помчимся в Олень. Не на Олень? На Олень. На Олень? На Олень вот. Утром ранее. Ты уверена? Надо посмотреть точно, чтобы автобус в это время. А то мы быстрее дошли бы. Так, так и живем. Люди нас смотрят и радуются настроению. У этого человека настроение прямо на высоте. У меня больше настроения, чем у нее. У меня нормальное настроение. Под окном. Вау. И модной одежды без счета. Но только вот никто не знает одно, что это ты, что ты простая девчонка. О, в глазах друзей ты живешь как все, но в тайне ты суперзвезда. Достались мне. Нет, каждый беру. Нам уже голос посадили. Заново. Достались мне для жизни. И от каждой беру то, что мне под утру достал. О, мы заходим в лес. Да, достались. Я живу для жизни. Я от жизни беру. А, фу, блин, я в грязь попала. А мне срать, я за порог. Ай, блин, подожди, стой, Маш, блин. Мы сейчас покатимся и долбанемся. Как свои белые кеды, Макс? Им уже ничего не страшно. Фу, Маша, все как ты их запачкала. Давай беги, сейчас мест не будет. Слушай, давай. Я тебе сейчас стрелю. Давай, давай. Мы уже, честно, не успеваем, мы что-то задержались в ресторанчике. Мы не успеваем. Мы не успеваем. Мы так идиоты, прёмся за час. Мы за час, чтобы места занять, зато мы прёмся за час. Ай, фу, всё, я убила кеды. Надо их теперь отмывать. Ну, потому что они чёрные, а у нас Машка, Ксюха белая. Да? У меня с собой старые. Аккуратно, аккуратно, не упади, сейчас убьёшься. Главное, я не упала, не видишь. Вот, смотрите, главное, да. Главное, так. Вот наш Artplay, мы сейчас вон туда зайдем. Давайте что-нибудь другое, что у нас заело этот лимузин? Мы забираемся на столе. Лечит за окном. Только. Учесть тот факт, что мы не пили вообще. Просто у нас хорошее настроение, вот и все. Ничего другого не может быть. Я думаю, что мы пить пропрыгнули. Я бухаю. Что там? Все кудри расплелись, блин, спивать. А у тебя наоборот? У меня завивается, да? Немножко. Ну, блин. Ну, ладно. Я счастливый, как никто. Я... Так, надо это чувство тоже пройти. О, 4 минуты отлично. Сильному плечу! О, господи! Ой, блин, чуть не убили! Да машина, девочки, чего? Давайте! Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал, женский мир. Я тоже хочу орать. Вот наши модернисты! Модернисты! Вот модернисты. Модернисты. Красота, модернисты и дождик. Друзья, прошло 2 дня с тех пор, как мы с вами сейчас только что попрощались. Мы сходили на выставку, мы успели, точнее на лекцию, мы успели занять первые ряды. Нам это очень тяжело удалось, но мы все-таки это сделали. Потом пришли домой, это уже был вечер, уже ночь, был 10 час. Мы купили торт, свечи, отпраздновали, опять поели и... Прекрасно легли спать, они у меня ночевали. Утром проснулись, опять ели, праздновали, потом вечером они ушли домой. И только сейчас я решила вам снять этот влог до конца и выложить его. Но это не точно. И всего самого хорошего, удачи и пока. Пишите, какой момент вам больше всего понравился в этом видео. Мне всегда очень интересно это узнать. Счастливо, пока!